Здорово, друзья! Сегодня с вами канал Гараж. Мы продолжаем сегодня наш видеовыпуск. Сегодня, к счастью, никакой не ремонт. Никакой там не заморочки какие-то, объяснялки. Сегодня мы продолжаем делать нашу классику в боевую. Всем известно, что боевую классику это не обязательно вот такие вот обвесы. Наклейки всякого рода, всякие там цифры, заварки, разварки. Делая боевую классику, все понимают, что помимо того, что она выглядит более как-то по-боевому, ну на Жигули она, понятно, похожа, но от Жигули ее много чего будет отличать. Этот проект мы делаем неспешно. Все вы видите, что на этом проекте мы ремонты всякие показываем. Не потому, что нам так хочется, а просто, ну, реально, ездит машина, ездит, тут что-то сломалось, почему бы не снять такое видео, почему не показать ребятам, там, может, много кто всякие такие видео знает, как делать, а многие не знают. Поэтому мы делаем для вас, для таких ребят, которые мало что знают, мало что понимают, и натыкаясь на наши видеоролики, они понимают, как, что правильно делать. Поэтому сегодня никакой не ремонт. Мы продолжаем делать боевую Жигули. Делаем мы ее неспешно, потому что канал у нас слабенький. Вообще, я сказал бы, очень слабенький. Поэтому спешить нам некуда. Ладно, если был бы очень крутой канал, очень много денег, то да, можно было бы спешить, торопиться. Можно было бы их вообще 10 таких Жигулей купить. И с каждым что хотеть, то и делать. Поэтому сегодня, ребята, я решил поработать над звуком, над выхлопом. Сейчас стоит у нас оригинальный выхлоп, то есть штатный. Стоит, в общем, оригинальный выхлоп. Трубу я еще не снимал, очень большие морозы у нас. Поэтому не хочется сильно как-то в гараже сидеть, потому что, ну, и здоровье жалко, да и толком ничего не получится. Вот такой вот сейчас у нас мороз, видите, вот снег. Вот, дальше немножко мороз падает. Но все равно, минус 14, как-то на бетоне сидеть, что-то крутить не хочется. Поэтому, о чем я? Вот, сделал я глушитель. Это мой личный проект, которым я лично занимался. К сожалению, нету видео о том, что я здесь вырезал, как, что надо делать. Это лично мой проект, на ютубе таких не находил. Лично я сам высчитывал, думал, как, что можно сделать, чтобы получился звук более басистый. Не хотелось колхозить выхлоп какой-то, там прямоток, что-то типа того, потому что, ну, банка, оно будет торчать. Понятно, что оно вид там может какой-то добавить, но оно здесь будет торчать, мне как-то не знаю. Я больше хотел бы, чтобы она была более к стоку, чтобы ничего лишнего не было. Поэтому я взял вот такой вот глушитель старый, ну и делал. К сожалению, видео нету, потому что оно было, но пришлось форматнуть флешку, там были некие проблемы. Поэтому я вам сейчас расскажу вкратце, как что я делал. Повторяю, на ютубе такого нету. Как что оно будет работать, естественно, видео будет, но немного попозже, потому что я же вам говорю, погода нелетная, и ставить не могу, потому что надо яма, а в гараже ямы нету. В общем, вскрыл вот эту вот крышку, получилась такая типа крышечка, вскрывал я ее полностью, то есть, ну, не было такого, что она вот так. После чего я ее вскрыл, здесь у нас перегородка стоит примерно здесь. Здесь еще одна. То есть внутренность, вот эта перегородка, внутренность у нас пустая. Вот этот вот именно квадрат, он был пустой. Здесь и шла трубка. Трубка, ну, примерно такая же трубочка, только она вся в дырочках. То есть заводом было так сделано, вся в дырочках. И она примерно идет к вот этой вот перегородке. То есть вот такая вот. Трубку я оставил, но здесь в этой трубке... Эта трубка обмотана, я не знаю, как оно правильно называется, но я своими словами скажу, потому что нету времени подбирать, объяснять, чтобы долгое видео не получалось. Какая-то, в общем, вата, ткань намотана на эту трубу, эту в дырочках, прямо вот так вот намотана.
Эту вату я вытаскиваю. Вытаскиваю вот эту вату. Выбиваю перегородку. Ну, можно выбить, можно болгаркой срезать. Кому как, мне получилось так, что выбить ее легче. Вот здесь она стоит. И вот здесь вторая. Я выбиваю вот эту перегородку. Выбиваю вот эту. И вот здесь получается, где был квадрат пустой. То есть здесь пустое место, ничего нету. Берем трубу такого же диаметра, как вот это вот. Примерно вот померяем там что как. Вот. У меня получилась вот такая вот труба. Я подобрал вот такую вот трубу. Диаметр ее, размер, ширина поменьше будет за эту. Здесь и к бабке не ходи. Но хочу вам сказать, что не намного. Так дальше, о чем это я? Вот здесь, где у нас квадрат получился, то есть где стояли перегородки, получился такой квадрат пустой. Я взял, отмерил вот этой вот трубы, примерно вот так вот было у меня, отрезал, вставил сюда в эти трубы, вот эта вот труба, она где-то здесь заканчивается, и эта вот труба. И уварил, в общем, внутри вот эту вот трубу, только я ее не дырявил. То есть нету никаких дырок. Дырки есть вот этой, которая входит. И дырки есть, которая выходит. То есть эта, которая внутри, вот эта она не дырявая. То есть по моим подсчетам, по моему мнению, когда автомобиль запустится, будет поступать у нас выхлоп. Он будет выходить через вот эти вот дырочки, которые в трубе сделаны. И вот именно вот в этой банке будет получаться бас, может, рыб какой-то. И сюда обратно будет выходить. Ну и опять же, все вот эти швы красивенько нужно заварить, чтобы нигде не пускало, чтобы не было каких-то дырочек. К сожалению, нет у меня возможности показать видео всей работы проделанной. Как, что, за каким... то есть, шаг за шагом было у меня видео, где я все выбивал, где я все вырывал вот эту вату, где оно все варилось. Но, так как я говорил раньше, флешку пришлось форматнуть. И вот так вот на пальцах я вам показываю, как, что здесь сделано. То есть, вот этот вот выхлоп уже готов. Будем ждать потепления, после чего будем ставить и запускать. Надеюсь, ребята, звук получится очень крутой, потому что я старался. Реально нету такого видео больше на YouTube. Есть какая-то ерунда, какие-то трубы уваривать. Ну, в общем, да, звук там крутой, но он очень громкий. Там и вот эти трубы они меняют, потолще здесь варивают. Я не захотел делать какой-нибудь колхоз. Поэтому я как-то лояльно подошел к проблеме этой, к тюнингу. Как-то, чтобы менее портить все это. К тому же, все это видно не будет, эти швы. Потому что, вот, видите, оно будет вверх. То есть, к кузову прижмется. И будет просто обычный стоковый глушитель. Но с другой внутренностью и с другим уже звуком. То есть, по-любому нестандартным. Очень жду того дня, когда он поставится. Когда оно все заведется. Вот, можете увидеть, что он здесь абсолютно стоковый. Даже что-то еще видно, где-то нарисовано. Поэтому, братва, ждем тепла. Вот, видите, он еще плохо здесь как-то приварил. Какое-то жмаканное оно здесь. Если ровное более-менее, то здесь нет. Поэтому, братва, ждем тепла. Будем чудить с вами дальше, поскольку идет к нам лето. Будем подготавливать автомобиль. Будем тюнить. Поэтому, братва, ставьте лайк. Подписывайтесь на нас. Делитесь нашими видео.